Хе-хе-хе-хе-хе. Кота-монстр гений. Фу, Эйвен, ты что там пукнул, что ли? Че, покемон, попалась? Ты в ловушке! Стоп, это домик Вигвам. Этого я точно не заказывала. А для толстеньких котиков есть? Круто, да, полезный подарочек всем питомцам, которые нас смотрят. Тут опять какой-то домик. Ах ты, а ну, а вот это можно погрызть. А можно не лапой крутить, а языком лизать, лизать, лизать. Краски для животных? Бесит, но я не могу остановиться. Ох, ну и что, какими красками кого будем красить? Меня в голубой, ирокез хочу. Привет, ты на канале Magic Pets. Я покемон Юмичу. Привет, а это моя мама Миша. Знакомься, знакомься, знакомься. Привет, я Миша, Миша, Миша лайк. Ну вот. А я Чихуахуа Софи, а это мой брат Эйвен. Ой, Софи, да, я Эйвен. Вот. А я Киса-Лиса. Фу, Юмичу, дурной покемон. Подписывайся скорее на наш канал. Если не знаешь, это такая красная кнопка подписаться вот там внизу. Жми ее, жми ее. И лайк. Да, там же внизу ставь лайк. Лайк, если... Если ждешь Новый год. Потому что скоро Новый год, и мы скоро переедем в новый дом. Ура, 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 ура. А еще пиши свои комментарии. Потому что они появляются в видео. Кия! Какой Кия, Киса-Лиса? Ты мне чуть голову не снесла. Короче, пиши свой волшебный коммент. О, я придумала. Пиши новогодний коммент. Это я придумала. Эй, кота-монстр. Это я придумала, честно. Укушу. Ладно, вместе придумали. Фух, привет, ребята. Ну что, чем сегодня займемся? Погоди, Кань, у нас как раз к тебе вопрос. Софи, у тебя опять язык торчит. А новое видео на канале Magic Family уже вышло? Ссылка там. Че, правда? Ну да, я же обещала сегодня новое видео и на Magic Family, и на моем канале тоже. Короче, везде сегодня ролики. Крутя! Крутя! Да, Ань, а ты вообще помнишь, что скоро Новый год? Ох, да, но я так занята обустройством нашего дома Magic House, что, боюсь, ничего не успеваю сделать к Новому году. Дел безумно много, видео надо снимать, а времени на походы по магазинам вообще почти нет. Ань, но есть же Озон. В смысле? Ну, ты никуда не ходи, занимайся своими делами. А все, что нам нужно, закажи в онлайн-магазине Озон.ру, не выходя из дома. Что-то я сомневаюсь, что я могу заказать прям все, но идея хорошая, ребят. Подарки там всем закажем, там вроде очень много всего есть. Да! Сейчас посмотрим. Ух ты, акции, электроника, бытовая техника, дом и сад, детские товары, книги, одежда, обувь, аксессуары. Товары для спорта, отдыха, красоты, здоровья, короче, супер, вы молодцы, что догадались мне сказать. Да, но не только это. А, я поняла, вы про подарки вам, товары для животных, да? И это тоже, но еще кое-что. Что? Там можно купить вообще все для Нового года. Ты что тупишь-то, Ань? Ну и подарки. Серьезно? Сейчас посмотрю. Даже продукты питания с доставкой на дом. И декор для стола. Украшения для елки. Наряды и косметику для праздничного макияжа. Ну и подарки. Точно, ничего себе. То есть мы можем, не выходя из дома, весь Новый год организовать? Ага, крутяк, да? Ну чего, теперь давай нам подарки выбирать. Погнали, погнали. Ладно, давайте посмотрим. Ух ты, сколько тут товаров для животных. Кошки, собаки, грызуны, птицы, рыбки, рептилии, чего только нет. Посмотрите, сколько всего. Ань, слушай. А ты потом оставь ссылку в описании к видео внизу, чтобы ребята могли посмотреть наши подарки. И заказать себе такие же. Отличная идея, обязательно. Ты мой короляша. Ждем, 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 ждем. Алис, ты чё? Я жду и муху ловлю. Какую еще муху? Зима на дворе, все уснули уже. Значит, это призрак мухи тут летает, а уж понятно. Где она? Да нет тут никого. Она точно была тут. Ну что ж, все готово. Я пошла пока делами заниматься. Так, надо кое-что поменять и кое-что еще дозаказать. Хе-хе-хе-хе. Кота-монстр гений. А как думаете, ДНГ получится? Да точно получится, не переживай, Юмичу, я знаю, доставка у них быстрая. Ребята! Класс! Ваши подарочки приехали. Давайте скорее смотреть. Распаковываем! Ура! Сейчас проверим, приехало ли то, что я планирую. Конечно, приехала, Озон не ошибается. Ага, и я о том же. Это что, сумки, что ли? Ага, я заказала вам в подарки на Новый год 3 сумки-переноски. Но у нас же есть 2. Но вас-то теперь 5. То есть и не надо, давай открывай! Алис, ты что? Я залезла в свою сумку-переноску. Алис, это не сумка-переноска, это пакеты упаковочные. Че, правда? А была бы классная сумка-переноска. Хочешь, я могу тебя в пакете носить. Ох, ребят, смотрите, какая классная сумочка. Из очень хорошего материала, точно не порвется и пачкаться не будет. У нее кармашки есть, и она очень просторная. И замки хорошие, вообще очень качественная. И цвет ненавязчивый, подо все подойдет. Так, дайте-ка я примерю вот этот горох. Подойдет ли мне эта сумочка? Так. Киса-Лиса, давай сумку в горошек Мише отдадим. А мы что, делить будем? Аня, это же будут общие сумки. А вот это огромная. Конечно, общие, Софи. Просто кто-то побольше и не влезет в маленькие. А кому-то поменьше, большие будут слишком свободные. Мне подходят все, потому что я самая стройная. Ох, Киса-Лиса, кто хочет попробовать залезть в эту сумочку? Можно я, можно я. Ну, Эйвен, я тоже хочу. Я первее залез. Ань, ну я тоже хочу залезть. Нет, я думаю, ребят, вдвоем вы сюда не поместитесь. Так что давай, убирай свою толстую попку отсюда. Софиш, у тебя своя розовая есть. Точно не поместимся? Ладно, ладно, точно не поместимся. Софи. Ладно. К полету готов. Полетели. Красивенько.
стильненькая, и Эйвену подходит. Приземляемся. Смотрите, тут сверху замок, а сбоку окошко. Здесь такая застежечка, и сеточек никаких нет. Давай, Вась, выходи. Ох, скорее бы куда-нибудь поехать. Так, я тоже хочу проверить. Так, ну-ка, и кармашки тут есть, мне подходит. А внутри темно и тепло. Супер! Фу, Эйвен, ты что там... пукнул, что ли? Вот эта красная в горошек сумочка чуть-чуть из другого материала. Та более повседневная, а эта более гламурненькая такая. Она другой формы и немножко поменьше, и сделана по-другому. У нее тут внутри есть длинная ручка, мягкая подкладочка, чтобы удобнее сидеть было, ремешочек для поводка или ошейника, и верх сделан у нее по-другому. Она застегивается на два замочка полностью, и у нее есть сеточка. Кто попробует? Можно я? Софиш, мне кажется, эта сумочка для тебя маловато, она скорее для Миши. Ну, можно я попробую хотя бы? Ладно. Софи толстая! Киса, Алиса, так нельзя. Софи не толстая, она просто больше, чем остальные. Так, давай тебя сейчас тут застегнем. По-моему, я и правда толстая, я не влажу в эту сумку. Софиш, ты просто крупнее, а сумка для маленьких. Че, правда? Я не толстая, да, просто сумка маленькая. Да, а вот эта сумочка черно-серенькая в более классическом стиле. Она из такой ткани типа шерстяная, с кожаными вставками, ручками, кармашки тут есть. Внутри тоже мягкое дно, а крышка с двумя замками, но она полностью сетка. И сбоку еще сеточка, чтобы внизу подглядывать. Ее можно оставить открытой, а можно закрыть на кнопочку. И она, в принципе, подходит под любую одежду, а носить ее на плече. Давай, залазь, покемон. Закрывай люк! Так, готово. Полетели еще, покемон, попалась, ты в ловушке! Теперь можно драться с тобой, и ты ничего не сделаешь, потому что ты закрыта в сумке. Киса, Алиса, ну перестань, что это сегодня с тобой такое? Ну-ка, Алиса, слазь, я покемон Юмичу, я сейчас полечу! Вот так вот ты будешь летать в этой сумке. Круто! Ничего себе! Я тоже так хочу летать. Ну вот будешь ездить в сумке, будешь летать. А я буду на тебя нападать. Открываемся, выходи. На тебя, киса Алиса, я обиделась. Обидка. Эй, ребята, а это что такое? Я елку не заказывала. А может это и не елка? Это точно не елка. Так, ну давайте посмотрим, что это. 4 палки, подушка. Так, стоп, это домик Вигвам. Этого я точно не заказывала. Видимо, как-то случайно попал, надо будет вернуть. Ань, а давай оставим себе. Кто-то из вас хочет жить в Вигваме? Я. Все. Ну, ладно. В принципе, он классный очень, цвет нам подходит. Он выглядит очень миленько, ткань качественная. Так что, думаю, он прекрасно впишется в интерьер нашего Magic House. Хорошо. Ура! Будем как настоящие индейцы ночевать в Вигваме. Точно, можно играть в псов, индейцев и против ковбоев. Ковбоев, ты хотел сказать, Эйвен? Ну да. А мы с Кисалисой будем ковбоями, да? А мы втроем индейцами. Как хотите. Это был мой заказик. Странно, конечно, как Вигвам к нам попал. Ну ладно, а вот и классная стильная мисочка для кисы Алисы. Кухня у нас будет белая, глянцевая, а киса Алиса любит кушать на кухне. Так что миска нам нужна подходящая по стилю. А то ее старые мисочки уже не очень. Так что вот твой новогодний подарок, Алиска. Ага, класс, спасибо. Только где то, что нужно в миску положить, а, Ань? А, в смысле? Ну поищи хорошенько в коробках-то. А, тут кроме покупок, в коробке еще целый мешок корма. Кошачьего. Да ты что? Ну-ка. Отлично. Я как раз хотела найти тебе корм, который ты будешь кушать. Никак не могла выбрать, а тут такое. И подписчики многие советовали, когда я спрашивала, чем они кормят своих питомцев. Они писали, что Hills качественные корма из США и Европы. И что они разрабатываются учеными и полезны для здоровья животных. И у них очень большой выбор. Собачьи и кошачьи корма разных вкусов для питомцев всех размеров, возрастов и физических особенностей. Может, ты уже наложишь мне, Ань? Не наложишь, киса Алиса, положишь. Накладывать, класть, но не ложить, а положить. Самое время для урока русского. Вот у нас тут корм прямо для тебя, для стерилизованных здоровых кошек до 6 лет. А для толстеньких котиков есть? Не для толстых, Алиса, а с лишним весом. Да, диетические. И для котиков с другими проблемами есть, суставов или почек, например. Короче, на любой вкус. Да, вот и попробуем. Алиске тут надолго хватит. Ничего себе, сколько у нас сегодня сюрпризов. Аня, среди наших подписчиков тоже есть песики и котики, может, им подарим? Все должны хорошо кушать, не только человеки. О, а это интересная идея. Но заказать каждому у нас не получится, ведь мы не знаем всех адресов наших питомцев-подписчиков. Поэтому как сделать? Промокод. Какой код? Промокод. А, я поняла, точно. Я оставлю промокод на скидку на корм Hills в описании к вашему видео. И каждый питомец сможет себе на Новый год заказать Hills сезона намного дешевле. Круто, да, полезный подарочек всем питомцам, которые нас смотрят. Кажется, отвлекли, и она до сих пор не догадалась. Ага, я же говорила, наш план сработает. Блин, Алис. Стоп, да что ж такое? Тут опять какой-то домик, только теперь в форме кошачьей головы с ушками из розового войлока. Смотрите. Ого, какой классный!
Тут еще есть замочек, чтобы, видимо, открывать, протирать, мыть, убирать, подушку вытаскивать. Нет, ребят, тут точно что-то не так. Крутяцкий! Про Озон я точно знаю, что перепутать заказ они не могли. Значит, вы что, поменяли мой заказ? Нет, не меняли, просто кое-что добавили. Ну, Ань, ты все, сумка-переноска, миска, интерактивная игрушка. Кстати, где она? Она вот хочется что-нибудь необычное. Вот именно. Тем более мы в новый дом переезжаем. Имеем право. Ладно, ладно, успокойтесь, но так делать возмутительно. У меня за спиной попросили бы, я что, отказала бы вам? Да. Да? Да? Да. Ну, вообще-то да. Все, хватит, это неправда. Я все время делаю то, что вы просите. Ладно, что вы там еще выбрали? Давайте посмотрим. Ань, сначала давай твою игруху, что ты купила. Это игрушка Конг для Мишани. Помните в ролике на Magic Family, когда мы с Мишей ходили к зоопсихологу, нам посоветовали купить вот такую игрушку и запихивать в нее что-нибудь мягкое, типа творога, чтобы она, выковыривая этот творог оттуда, приучалась к игрушкам. Попробуешь потом, Миш? Ну, может быть, попробую. А моя игрушка где? А вот и твоя пиратская игрушка, киса Алиса, иди сюда. А почему пиратская? Потому что тут есть пиратский флаг. Прикольно. Он вот сюда наверх вставляется, чтобы маятник работал. Такой вот домик с дырочками, чтобы киса Алиса пыталась поймать рыбку. Иди сюда. Ах ты, а ну, она не ловится. Ну, в этом и суть игрушки, киса Алиса. И как мне ее поймать, какой лапой, левой или правой, почему-то она не берется. А это? А вот это можно погрызть. Ну, да, ты сама же свой маятник и можешь расшатывать. А вот эта игрушка и кошачья, и собачья. Прикол в том, что она двусторонняя. С одной стороны, невытаскиваемые мячики, пранк над кошкой. А с другой стороны, собачья интерактивная игрушка для развития. То есть мы кладем туда карминки, и вы должны их научиться доставать. О, да, это легко. Лапой вот так вот крутишь и достаешь. Я нашел. Эй, вон так нечестно, вообще-то я крутила. Ом-ном-ном-ном-ном. А можно не лапой крутить, а языком лизать, 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 и оно в итоге передвинется. Не, Имичу, так не работает. Тебе лишь бы все полизать. Я нашла карминку. А вот и работает, смотри, меня. И вы, я тоже нашла карминку. Короче, ребята, будет вам чем заняться зимними и новогодними вечерами, когда на улице слишком холодно и гулять не хочется. А вот это вот кошачья сторона, так что будете меняться. Ох, ничего себе. Эй, ты. Попробуй-ка достань. Славлю его, нефиг делать сейчас. Раз, раз, и этот мячик оттуда вытащу. Легко. Сейчас, сейчас. Что-то он не вытаскивается. Так, раз. Ну-ка, стой. Да, тут, видимо, киса Лис придется подумать, да? Как же этот мячик оттуда вытащить? Да погоди, сейчас чуть-чуть подумаю. Сейчас ловлю. Нужна только ловкость лап, чтобы раз, раз и его поймать. Только он укатывается почему-то. Бесит он меня. Как его поймать? Думай, думай, киса Алиса. Видимо, есть какой-то способ. Ты меня, наверное, обманываешь. Видимо, это невозможно. Почему он не укатывается никуда? Почему он не вытаскивается оттуда? Бесит. У меня не получается. Ну ничего, киса Лис. Короче, у тебя тоже будет чем заняться зимними новогодними вечерами. Будешь думать, как же вытащить оттуда эти шарики. Это какой-то пранк. Вы меня обманываете. Это невозможно. Да уж, какой-то монстр. Слушай, Аня, у нас тут еще кое-что есть. Такая вот коробочка, надо ее открыть. А, вроде больше я ничего не заказывала. Ладно, давай посмотрим, что это за коробочка. Краски для животных? Вы серьезно? Ань, ну погоди. Мы знаем, что ты против таких штук, но они натуральные. Да что вы говорите? Ань, это же Новый год. И они качественные. Да. Да, на Озоне на каждый товар есть полное описание, и мы все прочитали. И что они качественные? Ну один раз в жизни-то можно? Ну как же его достать? Ну один раз, ну только на Новый год. Ладно, уговорили. Ура, спасибо. Спасибо, ура. Что не получается, киса Лис? Мне уже надоело, я не понимаю, как достать оттуда этот дурацкий шарик. Бесит, но я не могу остановиться. Ох, ну и что, какими красками кого будем красить? Меня чур в зеленый, мой цвет. А меня в голубой, ирокез хочу. А я хочу розовую прическу. Киса Лис, чуть не убила меня этим пиратским флагом своим. Киса Лис, а ты какого цвета хочешь быть? Сиреневенький. А ты, Юмичу? А я желтый, я же покемон, желтый цвет хочу. Ну что ж, если ребята захотят увидеть видео о том, как мы вас покрасим этими специальными красками для животных, то пусть они голосуют в вопросе. И ставят лайк на это видео, если хотят такой ролик. Слушайте, ребят, классно получилось. Я, пожалуй, тоже выберу что-нибудь для дома и подарочки друзьям к Новому году на Озоне. Тут столько всего, что же выбрать. А ссылки и промокод на скидку для наших подписчиков мы оставим в описании к видео. Да уж, киса Алиса, да, в описании к видео. Чтобы они тоже не остались без вкусных и полезных подарков. И переходи на наши новые ролики на других каналах. София, моя голова. Ой, прости, Миш. Иди смотри новые видео с наступающим. Делаем фото для превью. Покемон. Алиса, фотку же делаем. Покемон. Хватит ругаться. Новый год же скоро.